Сахарный ажиотаж продолжается в магазинах «Уральском». Продукт в сети крупных супермаркетов идет на расхват. Раскупают дневной лимит, а это 5-10 тонн за пару часов. Многие просто не успевают его приобрести в определенное время. На днях у входа в один из супермаркетов местные жители даже устроили давку из-за сладкого продукта. Повышенный спрос в Акимате объяснили низкой ценой – 370 тенге за килограмм. В то же время в некоторых магазинах у дома цена достигает уже 1000 тенге за килограмм. Возмущаются уральцы и обвиняют власти в бездействии, а предпринимателей в ценовом сговоре. Еженедельно в регион из Жамбылской области будут ввозить 140 тонн сахара, отчитались ранее чиновники. В среднем где-то 2-3 тонны продаем мы в день. Ограничение в одни руки не более 2 килограмм, ну по одному пакету. До пятницы цена на сахар была 369 тенге. В пятницу после обеда подняли, видимо, уже новый завоз. Сейчас в данный момент 442 тенге за килограмм. Цена завода 450 тенге. Наши оптовые поставщики закупают у завода. И потом продают, так скажем, оптовый магазин с учетом 15% торговой надбавки. Закупают магазины наши и тоже добавляют торговую надбавку 10-15%. Но оно не должно превышать нормы законодательства.